большой привет! Сегодня буду готовить салат из свежей капусты. Капуста получается такая же, как в столовой, сочная, хрустящая, в общем, очень вкусная. Мы такую капусту очень любим. Нам понадобится капуста, морковка, соль, сахар, растительное масло и уксус. Я всегда добавляю 9%. Начинаю шинковать капусту. Отправляем в глубокую емкость. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем ее к капусте. Теперь подсаливаем. Перемешаем и слегка вот так пожмем ее руками. Все, и оставляем нашу капусту на 15 минут. После этого добавляю сахар и уксус. И все хорошо перемешиваю. И оставляю его еще минут на 5 постоять. Спустя 5 минут добавляем растительное масло и снова перемешиваем. Теперь отправляем нашу капусту в холодильник минут на 20, и только после этого она будет полностью готова. Такой салат я готовлю очень часто, потому что он готовится быстро и просто, да и получается очень вкусный. Его можно подавать абсолютно к любому гарниру или к любому горячему блюду. В общем, пробуйте, готовьте, я думаю, вам понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ну и всем пока-пока!